сентябре этого года, благодаря фестивалю LV, мы смогли провести уже второе профессиональное событие – проектировочную сессию «Стратегия развития библиотек Иркутской области». В ходе этой сессии мы разговаривали не только о приоритетных проектах. Мы пригласили к совместному диалогу и совместному действию библиотекарей региона, чтобы обсудить и сформировать конкретные планы, как мы будем реализовывать приоритетную повестку работы библиотек, а именно, как библиотеки области будут встраиваться в креативную экономику, в создание креативных творческих индустрий в регионе, как библиотеки будут реализовывать глобальный проект «Знания для жизни», который также был сформирован по итогам форума апрельского и был представлен нашим директором Ларисой Александровной Сулеймановой на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованного агентством стратегических инициатив. Был у нас разговор о том, как реализовывать дальше большой такой проект библиотек Приангарья под названием «Областной социально ориентированный проект библиотеки для власти, общества, личности». Этому проекту уже 3 года, в нем участвует значительное количество библиотек региона, больше 2/3, достигнуты определенные результаты, но мы стремимся к тому, чтобы количество этих библиотек, активных участников большого проекта библиотек Приангарья, возрастало. И на проектировочной сессии думали о том, как привлекать к участию вот в этом большом проекте работников сельских библиотек. Ведь зачастую ситуация в области бывает такая, что в небольшом городе, поселке или в деревне библиотека – это единственное учреждение культуры. И благодаря работнику сельской библиотеки правительство региона имеет возможность дотянуться фактически до каждого жителя области. Поэтому так важно, чтобы сельские библиотекари активно включались в приоритетные проекты и очень качественно, с полным осознанием своих сил и возможностей, выполняли свою работу. Так как у нас, в принципе, последние 5 лет уже библиотека находится в процессе реформирования большими темпами. С момента прохождения форума, когда появились уже более такие стратегические векторы развития, эти векторы начали развиваться. Ну, в первую очередь в моей голове, а потом с моей командой, так сказать. И вот как бы сегодня эксперты нам, да, какие оценки не говорили там и так далее, да, вот такие замечания хорошие, но в принципе в голове есть план Б. Ну, даже без вот этого проекта, без его финансирования, его реализовывать уже, может быть, в более маленьких масштабах. Но он будет реализован, и я понимаю, что на ближайшую 5-летку огромный вектор развития и центральной библиотеки, и библиотек Усольского района, он намечен. Да, вы знаете, на фоне страха невероятной ответственности проведения форума «Живые библиотеки» эффект интереса, новизны, собственного, как это сказать, он усилился, усилилось вот это вот чувство азарта, чувство достижения вот этой цели, хочется довести ее до конца. То есть это по-хорошему большая, сильная, положительная энергия внутри меня и внутри моей команды. Я лично и вообще мои сотрудники тоже мне об этом говорили, они почувствовали себя причастными к чему-то очень большому, к чему-то очень яркому. И, конечно, хотя сначала у нас был какой-то определенный, ну, не испуг, а неприятие такой сложной темы. Но это, кстати, была не наша придумка, это была инициатива наших местных жителей. И
потом мы потихоньку, когда стали узнавать эту тематику, прочитывать кучу источников, особенно когда мы стали сотрудничать, когда Молчановка так очень бережно, осторожно нас вела, но в то же время не очень бережно, а просто кидая нас на амбразуру, заставляя думать. Конечно, в таком плане, в эмоциональном, все это было очень напряженно, но это хорошее напряжение, потому что мы думали, мы действовали, и мы, я так думаю, что заразили даже, ну, не половину, ну, вот значительную часть наших жителей города Железногорска и Илимского. Проектировочная сессия «Стратегия развития библиотек Иркутской области» была нацелена уже на фокусировку библиотечного сообщества на тех приоритетных, важных стратегических направлениях своей работы на ближайшие несколько лет. И самое главное, что я бы отметила как итог, помимо всех стратегических и тактических задач, которые организаторы сессии, специалисты Молчановки, ядерная группа Молчановки вместе с экспертным сообществом ставили, проектируя эту сессию, самым главным итогом для меня стал запуск групповой динамики в библиотечном сообществе региона. То есть в такой же логике проактивного действия и действия из образа будущего подключились наши коллеги из всех территорий Иркутской области. Вот это для меня самое важное.